добрый день. Это первое представление от компании Wilcon Electric Vehicles. Wilcon Electric Vehicles занимается в основном все транспортные виды, которые работают от электричества. Вот это наше первое представление, это наш первый прототип, который является как харьковский проект «Доступный электромобиль для Украины», четырехместный мини-класс авто. Стоимость за новый автомобиль будет 170 тысяч гривен. Это стартовая цена за базовую комплектацию. Вот этот конкретный модель создан специально для курьера. Эта базовая комплектация идет литиевый аккумулятор новой технологии, который не боится минус 20 температуры, низкие температуры и все. Обычно бывают аккумуляторы литиевые, которые при минусовой температуре себя начинают плохо вести. Вот, не дает полностью эффективности, все. А здесь у нас потеря эффективности не будет при низких температурах. На одном заряде можно получить запас хода от 120 км до 200 км, зависимо от комплектации. Базовая комплектация за 170 тысяч гривен, запас хода будет 110-120 км максимум на одном заряде. Но это можно увеличивать до 200 км запас хода при дополнительной оплате. Это будет идти как опция, на котором мы будем увеличивать объем аккумулятора и запас хода можно получить побольше. Электрический двигатель 4-киловаттный, который установлен на дифференциал. Вот, заряжается он от обычных 220 вольт, просто розетка подключается к 220 сети и вторая часть, которая подключается сюда, и он начинает зарядный процесс. Базовая комплектация, зарядка идет простой, поэтому время для зарядки нужно где-то от 6 до 7 часов. Новую опцию мы можем предложить — быстрая зарядка, которая будет заниматься где-то 3-4 часов. Сейчас покажем внутренности. Вот так как это прототипное, поэтому не сильно строго судите. Серийная продукция, которая будет, там торпеда будет по-другому, там более адекватный дизайн будет, там чуть побольше будет экран. Мультимедийный экран есть, там можно музыку включать, там индикаторы самые простые, там показывают скорость, сколько километр пробег, аккумулятор, зарядка, фары и так далее. Будет переключение вперед-назад. Вот этот получается neutral, drive. И вот как мы включаем назад, у нас включается в экране камера заднего вида, вот, которая дает более комфорта во время реверс. Вот, вот это у нас получается кнопка для обогрева. Опция — можно еще заказать кондиционер, который будет тоже идти как система охлаждения плюс обогрев, но там обогрев более мощный будет, чем здесь. Ну, базовая комплектация идет стеклоподъемники автоматические, передние только, а задние будут ручные. Вот у нас есть люстра, вентиляционная система, можно его крутить как нужно. Вот, включается вентилятор, там два вентилятора для пассажира и для водителя. Люк у нас открывается для вентиляции тоже. Вот, ну, вот это заднее сиденье прикидывается вот это так, и у нас появляется здесь большой багажник, квадратный метр. Очень простой принцип: аккумулятор, мотор, дифференциал, тормоза, амортизатор и все.